установил приложение «100 лото», ну и начал играть в лотерею. Я купил приложение 10 билетов, и когда тираж прошел, открыл приложение, увидел, что один билет у меня выиграл. Я выиграл в русское лото 1 миллион рублей. Сначала, короче, не поверил, ну, что выиграл. Потом, хоп, еще раз посмотрел, точно 1 000 000 рублей. Пришел в себя, там какое-то время прошло, уже потом осознал, что реально выиграл. Часть выигрыша я потратил на земельный участок для бизнеса. Часть выигрыша потратил на реабилитацию после травмы. И часть потратил на участие младшей дочери в спортивных соревнованиях. Человек я удачливый, всю жизнь удача со мной. Удача любит смелых.